Здравствуйте, это новости ревью на НТК, и мы начинаем. Фархад Абдраимов представил новую комедию «По любви». Дорогая, ты случайно не ошиблась в жанре? Почему это? Ну, там девушка продает невинность за 10 тысяч долларов. Как-то не очень смешно. Ну, тогда Виолетта Тельманова сейчас все прояснит. Как далеко ты готова зайти, чтобы затащить меня в постель? Итак, парнишка по имени Руслан безответно влюблен в первую красавицу школы. На свидании Света предлагает ему свою девственность и 3 ночи в придачу. Взамен он должен достать кругленькую сумму, чтобы она могла уехать в Москву наперекор своим родителям. А девушка порядочная? Слово должно сдержать. Я сама себя помню в 11 классе, и сложный период на самом деле. Особенно я понимаю свою героиню, когда она хочет одно, родители хотят другое, она не может донести, и в том возрасте все кажется гораздо, такие проблемы кажутся гораздо масштабнее. Главные роли исполняют студенты. Для них комедия стала дебютом в кино. В сетях очень часто стал видеть такие комментарии, типа одни и те же лица в нашем кино, а уже смотреть неинтересно. Вот это самое страшное. Бюджет очень небольшой, и поэтому многие актеры практически даром снимались. Фархад играет криминального авторитета, к которому обращается школьник за деньгами. К слову, в ленте замечено несколько камбэков. Макс Акбаров, Гульнара Сильбаева и Роман Альманский. Извини, пацан. Жизнь боль. Я не просто сбил, я еще и ограбил его там по ходу событий. Я первый раз в жизни отыграл не юмористическую, а серьезную роль. Удивительно, но премьеру не посетила казахстанская кинобогема. Добавим, что саундтреком фильма официально стала песня группы «Мумий Тролль». Это по любви. Илья Лагутенко, увы, тоже не был на предпоказе, зато обещал приехать летом в Алматы на съемки клипа.